Доброго времени суток, товарищи рыболовы. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одном интересном черве от компании Акара. Их продукция известна достаточно давно, с 2003 года. И девизом компании как раз таки является такой вот вроде бы как слоган, или точнее я бы сказал бы принцип производства высококачественных приманок по доступной цене среднестатистическому рыболову. Действительно, их и приманки стоят сравнительно небольших денег и выполнены из высококачественного материала и имеют оригинальные уловистые формы. В данном случае приманка называется Камай в размере 140 мм. Представляете из себя такого червя, тело которого имеет цилиндрическую форму, с большим количеством неглубоких ребрышек, с цилиндрическим утолщением где-то на третьей приманке и тело приманки плавно переходит в такой серповидный твистерный хвостик. Как все мы привыкли, черви, которые присутствуют на рынке, им, как правило, лишены твистерного хвостика, хотя это, на мой взгляд, зря. Черви – это пассивные приманки, но благодаря вот такому твистерному хвостику эта приманка, можно сказать, даже активной. И она подходит для ловли как очень крупного окуня, так и щуки. И прекрасно имитирует червя, либо же пиявку своим поведением при проводке. Приманка изготовлена из съедобного материала, очень эластичного, мягкого и в то же время достаточно прочного. Производитель не жалеет аттрактанта, приманка очень обильно им пропитана. Оснащать данную приманку можно различными способами, но предпочтительнее будет оснащение ее офсетным крючком достаточно крупного размера. Ну, в принципе, и приманка-то, собственно говоря, не особо мелкая, несмотря на то, что это червь. Как раз-таки удобно будет его провести жало крючка через вот это вот цилиндрическое утолщение. И останется подвижный вот этот вот хвостик. Достаточно длинный и активно играющий. За счет своей длины приманка при проводке реалистично имитирует червя либо же пиявку. И как раз таки, если использовать классическую джиговую ступеньку, когда грузик падает на дно, приманка сохраняет остаточные колебания за счет плотности среды и тем самым провоцирует хищника на атаку. И в эти моменты как раз и происходит долгожданная поклевка. Приманка поставляется в таких вот зип-пакетах, плотно закрываемых, для того, чтобы аттрактант не выветривался и не испарялся. Также имеется внутри пластиковый контейнер, в котором и находятся приманки. Благодаря этому контейнеру они сохраняют свою первозданную форму и не деформируются, сохраняя свою уловистость. Так что можете приобретать и наслаждаться ловлей рыбы. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.